Здравствуйте, и в этом видео я хочу рассказать про пробники помады, новой помады Vaivén Ultra. И, конечно, я заказала 10 штук, там была на них очень хорошая цена, но рассказать я хочу в этом видео про 5, которые я успела протестировать. И, соответственно, будет вторая часть видео, в котором я расскажу еще про 5 пробников. Первое мое впечатление, в общем и целом, о помаде, о том, как она ложится, я вот сейчас расскажу вам. Она имеет довольно-таки приятный аромат. Эта помада легкий, такой ненавязчивый, цветочный. Сама она разглаживает губы на самом деле. И мягко очень ложится. То есть она на губах приятная, эта помада. Но есть у нее, конечно же, недостатки. Это то, что она, конечно, складочки не забивается. Но вот даже вот здесь вот на картинке видно, что вот складочки губ, на самом деле, да, вот в ней видно. То есть и когда помаду наносишь, складки губ видно. И также в основном все оттенки здесь изображены глянцевые, то есть без блесток. На самом деле практически все оттенки, как я поняла, с блестками идут. Но, по крайней мере, какой-то блеск присутствует, и они как-то блестят. И вот сейчас я вам покажу 5 оттенков, которые у меня здесь есть. Начну я с самых светлых и к самому темному. У меня пока что только здесь 5 оттеночков, как я и сказала. И первый оттенок, он совсем не совпадает с каталогом. Называется Proper Pink. Это розовая мечта. Вот так он выглядит в каталоге. И вот так вот он выглядит в жизни. То есть вообще ничего общего я не вижу. Но в каталоге мне не так понравился этот оттенок, как в жизни. Вот, я вам ставлю для сравнения. Этот оттенок не совпадает совсем. Здесь он какой-то ярко-розовый такой, розово-сиреневый. Здесь он вообще какой-то бледно-бледно-розовый. Даже он выбеливающий на губах. Но, в принципе, мне вот он понравился. Сейчас я вам нанесу сводч его. Так, вот эта помада. Это такая выбеливающая розовая. Вот так, наверное, будет виднее. Бело-розовая помада. Здесь нет вот в этой помаде блесток. Она ложится довольно-таки равномерно. И, в принципе, вот сам пробник я буду использовать. То есть о полной версии я пока не могу сказать, буду я заказывать или нет. Скорее всего, нет по общим свойствам помады. Но сам пробник точно буду использовать, потому что оттенок очень красивый. Следующее, что я хочу показать, это следующий оттеночек. Это мне попадается такой вот паут называется. Это здесь у нас оттенок «Милые губки» переводится. Вот он довольно-таки совпадает. Ну, не скажу, конечно, что полностью, но близко. Вот. В каталоге, и вот он в жизни. Немножко камера темнее все передает. На самом деле оттенки все светлые на губах, едва заметные. Так, значит. Ну вот первый, он на самом деле выбеливает губы и перекрывает полностью цвет губ. Вот этот вот второй паут, он не совсем даже перекрывает. В нем есть на самом деле мельчайшие блестки. Самой вот помаде не видно, но когда наносишь, видно, что есть блестки. Она уже более такая розовая. То есть вот это первая розово-сиреневый светлый цвет, разбеленный. Вот эта вот вторая, она уже более розовая. Вот. Не очень понравилась мне, как ложится эта помада. Она не очень равномерно ложится. Не кусками, конечно, нет, но она перекрывает и не совсем полностью цвет губ. То есть вот этот вот цвет паут, в принципе, неплохой, но как сама помада, пробником тоже, возможно, буду пользоваться, но помаду, скорее всего, тоже не буду заказывать такую полную версию. Так, следующий оттеночек у меня, третий, это Twinkle Pink. Вот об этом пробнике. Так, сейчас я здесь его найду. Вот он, розовый огонек. Вот. Немножко-то тоже здесь он ярче, чем вот в жизни. В жизни он такой вообще бледно-розовый, какой-то перламутровый. То есть тоже не очень-то совпадает. Даже светлее вот предыдущих двух он. Хотя здесь он нарисован довольно ярко. На губах он ложится хуже всех. Мне вообще не понравилось, как он ложится на губы, этот оттенок. Вот этот вот Twinkle Pink. Потому что он ложится какими-то разводами, не кусками. А вот его очень сложно нанести равномерно. Он не ложится равномерно. Вот даже здесь вот видно, что его наношу. И вот он уже даже кусочками пошел. То есть его очень сложно нанести ровно. Не понравился мне совсем этот оттенок. Вот он третий. Это Twinkle Pink, полупрозрачный. Он и как нанесение не понравился. Даже на бальзам он ложится плохо. Четвертый оттеночек, который я вам покажу, это будет у нас Frosted Mouth. Это вот здесь вот эта морозная дымка в русском варианте. Тоже не совпадает. Он даже ближе вот к розовой мечте. Здесь, наверное, видно будет. Вот розовая мечта.
И вот, так, сейчас поближе я покажу. Вот. Здесь намного он ярче, чем в жизни. В жизни это розово-сиреневый оттенок, который подойдет далеко не всем. И мне он совсем не подошел. Если предыдущие три мне еще как-то можно было одевать хоть иногда куда-то, то этот мне оттенок совсем не подошел, и пробником я пользоваться тоже не буду. Вот этой помады это розово-сиреневый оттенок, который у меня почему-то ассоциируется с бабушками, я не знаю почему. Ну, то есть с более старшим возрастом. Вот именно чаще всего на них я вижу такой оттенок. Конечно, возможно, кому-то подойдет. Я не хочу никого обидеть, особенно бабушек. Им же тоже нужно пользоваться помадами. Но для меня это вот возрастной очень цвет. Это розово-сиреневый цвет. Более того, он еще придает губам какую-то такую не очень здоровый вид. Не очень я люблю такие оттенки. Вот это именно тот самый, который мне не подходит. Возможно, кому-то подойдет розовый, сиреневый, перламутровый с блестками оттенок. Ложится он, кстати, равномерно. И последний, который я хотела показать в этом видео, это Toasted Rose. Это здесь у нас жаркие тропики. Ну, вот этот еще более-менее совпадает оттенок. Вот. Но, опять же, он не такой. И вот эти жаркие тропики мне очень напомнил одну мою помаду. Я вам сейчас тоже покажу ее свод сейчас в конце. Он такой розово-коричневый, под цвет губ, естественный. Но мне очень понравилось, как он ложится. То есть ложится он лучше, чем все остальные оттенки. Может быть, потому что он более плотный. Вот такой оттеночек. Это Toasted Rose. И напомнил он мне мою помаду из абсолютного поцелуя. Чек Нюд. Вот, я вам сейчас покажу ее. Две сводча рядом, два. И разницы... практически вот даже я, наверное, не увижу между ними. Они очень похожи. Есть какие-то вот полутона, но очень близкие. Вот я нанесла Чек Нюд рядом. Немножко смотрится поярче вот этот вот Toasted Rose. Но на губах практически разницы. Только она более чуть-чуть розовая, это более немножко такая в коричневу. Вот они рядом, две помады, они очень близки друг к другу. Вот, в общем и целом, качество для меня на четверку с минусом этих помад. И советовать их или нет я не могу сказать, потому что лично мне они по затестированию не очень понравились. Но посмотрим, конечно, как будут остальные оттенки. Возможно, яркие оттенки будут смотреться по-другому. И спасибо за внимание. Буду снимать вторую часть.